Здравствуйте, дорогие подписчики! Я сегодня хочу показать вам, как у меня взошли колеусы. Вот этим всходом всего 2 дня. Высота росточков где-то около 2,5-3 мм. Взошли практически все. И первые всходы появились на 6-й день. 15 января я их сеяла. И 21-го они у меня взошли уже. Здесь есть еще совсем маленькие, которые потихоньку всходят. Вот разброс у них такой неаккуратный, потому что семена были очень меленькие. Их неудобно было высевать. Думаю, кое-где у меня из пакетика они просыпались, как попало. И вот тут кучкой взошли. Должно быть 15 штук. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. В общем, взошли все семена, которые у меня были. Напомню, это колеус блюме, семена фирмы Гавриш.